Какое из этих произведений написал не Марк Твен? Правильный ответ В. «Вокруг света за 80 дней». Это произведение Жюль Верна. Друзья, напишите в комментариях настоящую фамилию этого писателя. А на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии и хорошего вам всем настроения. А также на нашем канале вы можете пройти много других тестов на разные темы.